Приготовились, первый номер. Можно отвечать на этот вопрос, чтобы он закрыл.
катехизм правым смелым. Джан, поехали, 2 минуты. Передо мной болевое удушающее. Начинаешь. Видите, он новый вызов. Значит, что?
Отсюда у него
месяц под него, Денис. Ну, не назад и все. Ты ему даешь работать, ты все время чуть-чуть двигаешься. Скоро, ну это нормально, я бы тоже так делал. Я стараюсь, фактор попал, раз.
что-то не то, тебя могут застрелить. Да, если не слушаете это мнение. Сейчас, сейчас уже нет. Сейчас уже хорошо быть нигером. А кстати, да, вы знаете, нельзя называть черным. Нет, нельзя нигером. А русские, знаете, как их называют? Сейчас вам скажу. Рубероид. А знаете, что такое рубероид? Вот как ты сел, вот живет. Это вот крышу делают, а перед тем, значит, сделали дерево, потом ставят такой материал на смоле черный, рулоны такие, раз, а потом сверху толь, да, вот их называют, а по-русски есть еще одно название, рубероид, их называют рубероид, и вот вы понимаете, все, и все дела. И все. Я вам скажу, мне понравилось в Америке, дом, хороший участок. Так, красиво, все. А мы тут с внучками. Как, что сидеть дома?
если мы бы пошли, вот Леночку, как бы, квартиру, это, квартира там трехкомната, получается, рассчитать, до свидания, выполняешь. Это и хорошо, и плохо. У нас, да, здесь можно еще. Где Макс? Музыка. Мама Мия, я тебя, я тебя. Макс, Перемак, блин. Я Макс, сигареты.
понял? А батя, батя, ты что-то сказал? Да, батя сказал, что хочет попробовать. Ты что-то сказал? Ничего не сказал. Я сыну сказал, что ты что-то понял. А я даже не верю. Сейчас для меня вообще шара, работа есть, зарплата есть.